Теперь смотрите, что получается. Я вынужден пропустить ценнейшую тему. Ценнейшую. Раз. Потом будем. Я пропускаю эту тему. Мы уже говорили. Но вот и ныне там. Миллионы людей – это сироты, это калеки, это трупы, это могилы. Вот. Ничего этого не, это самое, не делается. Вот. Страной правят люди, которые, я имею в виду не политиков, а вот политики – это другая сфера, у них другие таланты. Вот. Я говорю о тех, кто должен спасать нас, спасать наши жизни. Будет еще один фильм отдельно. Опять, он уже будет называться «Спасите наши души, Северный Матрит». Я буду повторять, повторять, повторять. Мне бы уже умирая бы знать, что сдвинулось, что создали комиссию. Что комиссия вместе с ГАИ, что в любом месте, где была авария, проверяется наличие гепатогенной зоны, где погибли люди. Вот. Чтобы вот, это мой пример, это моя машина. Вот. Чтобы все это. Вот это все я, наверное, отдельно буду. Вот чтобы вот этого не было вдоль дорог, сколько можно-то. Ну. И ведь знаешь про эти дороги смерти. Ну как можно не замечать того, что там нужно ставить знаки? Ограничить скорость. Как? Почему всем плевать? Вот это я не пойму. Но я пропускаю, мое время истекло. Вот. Это не я, вот так же. Ведь пишут же все. Ну где исполнители-то? Для чего они вообще существуют? Наука для чего? Я не могу понять-то. Про эти братские могилы, это ведь все дороги забиты. Ну, видно же, где 5, 10, 20 братских могил подряд. Там даже рамки брать не надо. А уж если взять рамки, убедиться в этом. Я уже кричать начинаю. Пока. Вот видите, вот это меня поддерживает, может быть. Пожелаю тебе здоровья, добра, счастья. Вот это меня еще поддерживает. Ну, а вот это будет уже в следующий раз будем читать. Вот. Видите? Все погибает, все погибает. Да, пожалуй, время истекло. Вот серьезнейшая тема. Когда уничтожает ядом саму жизнь в саду, я вот этого понять не могу. Вот такое баллонище. Реклама, тут же эти самые, все. И ходит, и все, и главное, опрыскивает так, что в таком количестве. Но ему яд продать надо. Ну что ж ты, сволочь-то, саму жизнь уничтожаешь. Ты не показал ни одного вредителя. Ты просто ходишь и говоришь, сегодня опрыскиваем, завтра не будет грибов. Как же не будет? Ты же ходишь по саду, который тобой же изувечен до предела. Сколько я вижу эти все, уже не могу я. Не могут найти, уже я видел сотни фильмов, в том числе официальных, федеральных каналов, сотни фильмов. Не нашли ни разу ни одного здорового дерева, ни одного саженца на посадку нормального. И садят в середине лета с листьями. И ни разу не покажут. А что же через полгода приехали, как мне этот самый сказал? А давайте посмотрим. Вот мы научили. Это же идеально, идеально, все. Вот саженец посажен по всем правилам. Туда задали 1, 2, 3, 6, 8 компонентов. Огромная яма, полита, яма как положено, все. Вот. Саженец двухметровый, штамп, внизу метр штампа, все. Прошел год. Едем смотреть. Но это был идеальный саженец. Наверное, из тысяч выбирали. Ведь это же федеральный канал. Из тысяч выбрали самый лучший саженец. Самый здоровый такой. Ух, вот. Это самое. А теперь, через год, давайте посмотрим, как он там себя чувствует. Не могли же его сразу выдернуть после съемок и унести себя на дачу. Хотя и это не исключено. И приехали. Какой саженец? Вы что? Вот он сдох. Вот что в таких случаях бывает. Вот. Все, друзья, мы с вами закончили. То, что 3 минуты не добрали, так извините, у меня опять получился митинг, опять получилось, что
Ничего положительного нету, ну ничего, практически. Вот здесь вот десятки, сотни ваших фотографий, прекрасные сходы косточек и манжурцев, и академик. Вот они, ваши фотографии. Вот. Как, ну, понимаете, я не могу туда вот сейчас нажать WhatsApp, там сразу все, там сразу десятки, только в другом месте десятки этих телефонов. А люди боятся телефоны показывать. Время такое. У меня был случай. Белоруссия. Вдруг какой-то момент, до этого все было нормально, говорят, значит так, мы отправляем в Белоруссию, скажет человек свой этот самый номер телефона, доедет за 1500. Не скажет 2500. Как так? А вот такие правила, вот придумали такие правила. Белоруссия, союзное государство, вот. Никаких проблем выслать, допустим, в Казахстан. А тут союзное государство, мы одно целое, мы один народ. Вот. Для чего придумали все это самое? Если он сообщит вам телефон, мы телефон напишем. О, это почта. Почта. Мы телефон напишем, и он получит, обойдется посылка 1500. Вот. А если нет, 2500. Я обоим пишу это же самое, ну, переписка с белорусами. Там у меня много друзей теперь, так же, как украинских. И вдруг один говорит, да пожалуйста, я им отправил за 1500, а платит, а он. А другой сказал, нет, телефон не дам, вот, я готов заплатить 2500. Поняли, да? И вот это тоже, не забывайте, что эти проблемы существуют, друзья. Вот. Ладно, одна минута осталась. Вот это вот случилось. Гражданин Виноградов, дружище. Я создал целый фильм. Я снимал вот эту вот самую машину. В ней гигантское количество крупноплодных, нет, крупномеров, то есть мощных этих. Для меня сразу ясно, это южане. На севере такое не выращивают, кроме железа, еще двух-трех. Вот. Такие не выращивают. Вот. Как правило, северные, они какие-то ублюдочные, кто продает. Но зато, правда, морозостойкие и местные. У них есть свои преимущества. А в Сибири медленно растут. Не знаю, тех, кто их условий поздно садят, рано зима наступает. А есть мощнейшие, я ей говорю. Ну, кто-то фильм видел. Я снимаю его, в упор снимаю и говорю. Это я вынужден задержаться, но еще раз. Почему? Такие машины по всей стране, даже в каждой деревне уже, в каждом районном центре увидите. И цены по 1000 рублей, и все это коту под хвост. И вот одна из этих машин. Итак, я вспоминаю. Я быстро. Я задаю вопрос. А персики есть? Нет. А черешни есть? Есть! И притягивает мне черешню. И ведь правда черешня. Но я-то знаю, что в Челябинске, ой, в Минусинске их нет. Вот. Ну, может быть, какой-то садовод и вырастил парочку. Но извините, это промышленное производство. Это значит, что в Минусинске есть здоровенный сад. И она мне в лицо говорит, из Минусинска, это Минусинский. Дальше было как в анекдоте. Я мельком в фильме вот это вот панно мельком показал и не заметил. Заметил Виноградов, спасибо огромное, вы мне дали возможность поговорить, повыжевываться. Так. Итак, вы заметили мою фотографию на панно, где якобы они выращены в Минусинске. Подчеркиваю, якобы. То, что вы видите, это все фотографии из интернета. И моя вот железная фотография из интернета. Вот она. Вот она. Ладно, когда увеличишь, она уходит в бок. Ладно, я другое место покажу. Вот. Итак, смотрим внимательно. Присылает мне вот это вот Виноградов. Обвел траурную рамку. Это ваш Олег Васильевич. Он даже не спрашивал, утверждал. Вот. И мою фотографию, это его панно. Он как бы сделал, это его работа. Вот моя фотография. А та самая знаменитая, которая в сотнях
правда, питомников на их этих сайтах у меня украдено. Тимирязевской академии. Помните, как меня крыли эти тимирязевцы? За что? Вот, я думал, это самое. Поймут хотя хоть что-то, бесполезно. И вот получается, смотрите, вот и она. Вы признаете, что это она? Ну, допустим, вы скажете, ну, тут плохо видно. Да, а это же было, он сфотографировал прямо с этого, с фильма. Что вы думаете? На второй день я приезжаю и уже делаю снимок, как бы его назвать-то, вот в таком виде. Это уже на второй день. Фильм снимался 4 до 5. Внимание! Вот она моя фотография. Виноградов прав. Крупный план. Вот моя фотография. Ну, теперь уже сомнений нет. Внимание. Вот. Ну, а потом я раскрываю эту тему, потому что, еще раз говорю, кто только не придумал, вот моей фотографии не издевался. Вранье дичайшее. Проверить легко. Меня научил Виноградов, я вас научил. Но разговор-то не закончился. Вот в чем дело. Вот, я не стал его в этот раз позорить. Я не стал снимать, не стал больше. Фотографию этой дамы делать не стал, я сказал. Я навел справки. Минусинский нет ни одной черешни. Скажите, откуда саженцы черешни? Ответ ее такой. Ну, понимаете, я же привезла с Минусинска, там предприниматель, вот. Есть же она еще у них где-то оказывается на каком-то сайте, у этого предпринимателя. Я говорю, ну и раз нет, Минусинский, откуда предприниматель взял? И ответ такой. Это, прислали ему. Так сразу-то скажи людям, что прислали, откуда? Люди в черешне ее накупят, все же замерзнет, чертовой матери. Уж ясно, что не сибирские питомники, у них нет ни одной черешни. Помните, я над омским питомником измывался? Фотографии черешни, а в черешневом сада нет. Вот. А до таких машин тысячи, сотни тысяч по всей России. Идет выкачивание денег. Ау, начальство. Помните, как этот пел? Эй, начальник! В фильме, ой, в этом, в песне. Вот я кричу, эй, начальник! Сколько можно-то на людьми сгоряться-то? 800 рублей саженец, ну. На моих глазах женщина купила, понесла это. Двухметровый, не обрезанный, ничего. Кто ее научит? Майна, бывшая это. Все. Не могу дальше говорить. Ребята, переходим, знаете, куда? Переходим на мою... Вот. На мою страницу, или как она называется. Войти в комнату. Так, ну, в общем, что получается? Получается так, рассылку получили все, может, потому что сегодня 8, нас еще меньше стало. Еще меньше. Хотя это самое, сегодня 8. Мая. Ну, вот такие праздники, конечно, особое внимание садоводству нет. Другое дело, что все это пропадет в туне, и ничего я никого не научу. Так, мы будем надеяться на то, что многие смотрят записи. Тем не менее, мы делаем 5-минутный перерыв. Вот. Так. Антон Олегович, 1200 рублей, кажется, ушло пустую, потому что если бы и ты не заплатил бы, у нас даже больше было участников, когда не все получали рассылки. Даже 1 мая было больше. Ну, посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Мне не хочется сдаваться. Вот. Посмотрим, сколько будет за записи просмотра. Так, я на кухню на 5 минут. И будем тогда общаться уже с вами. Вот таким образом. Пишите, задавайте вопросы.